Подарите улыбку и радость маленьким жителям Якутска. В этом суть акции «Эстафета добра». Ее инициировал заслуженный мастер спорта России Виктор Лебедев. Он же и стал первым участником эстафеты в начале лета. А сегодня к «Эстафете добра» присоединился новый участник. Что побуждает людей делать добро, выяснял Павел Танин. 1 июня микрорайон Кангаласы в детском саду «Колокольчик» открывают новую детскую площадку. На свои средства ее возвел известный якутский спортсмен Виктор Лебедев. Таким образом, он дал старт акции «Эстафета добра». Очень мало детских площадок в Якутске, поэтому я стараюсь делать побольше площадок, чтобы всегда наши дети улыбались, всегда смеялись, радовались. Тогда же Лебедев передал эстафету следующему участнику акции. И вот сегодня новая детская площадка появилась уже в самом Якутске, рядом с домом по улице Лермонтова, 90/4. Ее детям близлежащих домов подарил директор сети магазинов «Ганза» Максим Баракин. Я увидел этих детей, которые качались здесь еще прямо в день монтажа. Ну, не знаю, в душе я четко понял, что делаю то, что надо было сделать давно. И спасибо опять-таки Виктору Николаевичу, что сподвиг на такой, в принципе, это простой поступок. Радость детей от новинки во дворе понятна без слов. Достаточно взглянуть на улыбки играющих ребятишек. Порадовала новая детская площадка и старожилов домов. Было так немножко, но все сломанное. Ну а теперь вот хорошо. Молодцы. На открытии площадки, согласно традиции, эстафету передали дальше. Там же озвучили и место, где появятся новые объекты. Ну и они предложили, естественно, я сразу согласился. Я додумал, что это можно Максулоха. Потом говорят, нет, ты должен делать территорию города. Поэтому у меня двойное обязательство. Будет один до, будем говорить, 1 сентября и Максулоха, и второй будет Мархей поселке. Поэтому это хорошее дело. Мы предприятия, бизнесмены мажачие, детям надо помогать. Не надо водить все, что Думу право должен делать, еще кто-то должен. Павел Танин, Илья Жара, НВК «Саха», Якутск.